Эту игрушку хозяйка называла «Мишкой с настоящими глазами». За 60 лет он почти не изменился, вот только нос немного потерся. Девочка кормила любимца настоящей манной кашей. Сейчас в музее около 50 таких игрушек со своей историей и судьбой. Но для организации полноценной выставки понадобится не меньше сотни экспонатов. Выставка «Игрушки моего детства» начнет работу в следующем году. Собрать экспонаты сотрудники музея усадьбы Екатерины Плотниковой рассчитывают с помощью посетителей. Горожане смогут представить не только кукол, машинки, настольные игры, но даже детские фотографии с любимыми игрушками. Игрушки, чья одежда не сохранилась, нарядят в платье соответствующей эпохи. Уже сейчас в музее сформировался целый гардероб миниатюрных вещей. Кого-то из экспонатов усадят за кукольные парты, а кому-то обустроят место под огромным столом, чтобы любой посетитель мог вспомнить, каким большим и удивительным миром казался когда-то этот маленький уголок. Люди говорят о том, что им тепло, что они здесь окунулись в свое детство. Масса воспоминаний сразу же. Поэтому я думаю, что эта выставка будет такой же доброй, домашней, и привлекать будет все поколения, старшие, и особенно детей. Пусть они посмотрят. Чем-то они будут играть. Игрушки моего детства далеко не первая экспозиция, которая готовится с помощью горожан. А потому архангелогородцы знают, музею можно доверить даже самые ценные вещи. Все предметы, не переходящие в дар, принимают по акту и непременно возвращают обратно в целости и сохранности. Некоторые игрушки у нас уже побывали на выставках пасхальных, масленичных. Я снова обращаюсь к этим же горожанам. Еще раз принесите ваши игрушки, потому что они настолько удивительные, и горожане их, кто приходил на выставку, помнят. Особенно в музее мечтают о пупсе-негритенке, выпущенном после Московского фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, а также о деревянных машинках, популярных в 50-60-е годы. Всех желающих предоставить на время выставки свои игрушечные экспонаты, сотрудники музея просят звонить по телефонам 20 61 31 или 20 05 85. И, возможно, очень скоро все вместе мы воссоздадим мир архангельского детства прошлых веков. Екатерина Грициенко, Олег Ширяев, «Панорама Севера».